Значит, если друзья, самые лучшие друзья могут уйти на время или навсегда. И если машины могут сгореть и развалиться, если людей можно убить, и если такие люди, как прабабушка, которая должна жить вечно, тоже может умереть. Если это все правда, то я, Дуглас Сполдинг, когда-нибудь должен тоже умереть. Плачет. Да какое вам дело до моих соплей? Вы ни хрена не понимаете в медицине. А говорите, это неделикатно. А это стенка. А стенку я с собой в Москву не увезу. Преподавателю не представлю. Ладно, закончу сегодня последних и поеду. Наливай, экклезиаст. И еще там будет сказано, что мы будем жить вечно. И никогда не умрем.